Пьеса Дарьи Слюсаренко «Семью 8» рассказывает о проблемах современного подростка. Ее эскиз показали на фестивале «Ливановка» в Самарском драмтеатре. Главная героиня постоянно под давлением окружающих. Это другой разговор. Больно. Терпи. Красота требует жертв. Вот. Бабушка требует от девочки пятерок, хотя и сама не знает зачем. Ну, это актуальные вещи, это жизненные вещи, это то, что, как говорится, может произойти в твоем доме, у твоих соседей, поэтому они мне близки. Героиня вырастает лишенной социальных навыков, ее травят одноклассники в школе. Ты толстая. Ага. Не толстая. Ты толстая. Я не толстая. Ты жирная. Я не жирная. Жирная. Пьеса – это простая и страшная история. Выхода автор не дает. Девочка становится жестокой. Болью главной героини и, собственно, этой ключевой фразой, да, что 7-8 – это самое сложное, 7-8 – это любовь. Ну, то есть то, что нам дано, в принципе, с рождения, да, и от чего, как это, да, говорят, тебе говорят, там, вот, и как это нести через всю жизнь. Режиссер планирует позже сделать из этюда полноценный спектакль. Лариса Шлафаст, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.